Здравствуйте, я Анна. Добро пожаловать в Budapest Real Estate Club, клуб владельцев недвижимости в Будапеште. Я являюсь независимым экспертом по вопросам инвестиций в Венгрии. Сегодня у нас очень интересный момент. Наш клиент расскажет свою личную историю, почему они выбрали с их семьей возможность инвестиций в Венгрии, приобретение недвижимости и, собственно, какими услугами от нашей команды они воспользовались. Юля, здравствуйте. Добрый день, Анна. Спасибо большое, что согласились дать нам интервью для нашего канала. Спасибо большое вам, потому что я тоже рада вам чем-то быть полезной. Не могли бы вы рассказать вашу личную историю, почему вы выбрали Венгрию, как вы нашли нас, как все происходило? Поделитесь, пожалуйста, своим личным опытом. Я постараюсь быть краткой. В общем, мы начали с мужем рассматривать варианты недвижимости, приобретения как вариант инвестиции где-то с прошлого года. И на данный момент работаем, живем в Финляндии. И для Финляндии очень все просто и четко с рынком недвижимости, с приобретением, со схемой. Все открыто, четко. И для финнов традиционное приобретение рынка недвижимости страна является Испания. Мы начали рассматривать вариант в Испании, но мы сразу поняли, что нам она не интересна, потому что это и дальше, и дороже, и там не так интересно, как мы бы хотели. Поэтому потихонечку мы как-то пришли к тому, что нам Венгрия очень интересна. Здесь прям все, что как мы хотели, и близость других стран. По плану у нас было так, что 2 месяца мы отдыхаем, проводим отпуск, путешествуем. Остальное время мы бы хотели сдавать квартиру, поэтому начали поиски активные в Венгрии. В основном все сайты, и даже не на английском, на венгерском. Это усложняло сами поиски в том плане, что даже когда мы находили интересные объекты, писали агентам, они на Англии не отвечали или отвечали с большим опозданием. То есть мы начали даже отчаиваться, потому что было такое ощущение, что мы даже не сможем устроить, организовать сами просмотр. И в этот момент нам друзья посоветовали вас, Анна. Но самая личная рекомендация – это, наверное, самая лучшая рекомендация. И все пошло как по маслу на самом деле. Мы с вами, когда мы приехали, за 3 дня посмотрели более 15 квартир, вариантов. Причем, когда мы просматривали, отбирали, уже на этом этапе получали от вас консультацию, комментарии по поводу особенностей района, где располагаются эти квартиры. Вот мы их с вами посмотрели. Вы нам свои комментарии, независимую оценку, которые были незаменимыми помощники в отборе. Потом мы отобрали из них 4, и до того, как делать предложение агентствам, у нас был еще очень важный момент, когда мы заказали от вас услугу на проверку собственности и проверку реального состояния этих квартир. Правильно я помню, да, название? Да. Вот, потому что я почему говорю, что это важно, потому что та квартира, которая была в приоритете, она отсеялась именно благодаря результатам этой проверки. Ну, в общем-то, и на из оставшихся вот как бы все быстро все произошло. И нотариусов нам рекомендовали, и все хорошо, гладко прошло. Вы курировали, получается, нас от начала до конца. Ну, вы знаете, я должна тоже сказать, что вы были отличным клиентом, потому что, во-первых, вы готовили вашу инвестицию заранее, вы изучали рынок заранее, и вы настолько четко определили ваши цели и задачи, что с вами было очень легко работать, и как бы не организовать вам просмотр квартир или не порекомендовать именно ту недвижимость, которую вы искали, было практически невозможно. Но нам еще повезло, что у нас с вами один общий язык, родной русский. Да, безусловно. То есть я, конечно, знаю, что и на английском вы прекрасно справляетесь, но нам было очень комфортно, вот благодаря даже просто языку. Я не говорю уже о том, что вы отличный специалист. Спасибо, и мы вам бесконечно благодарны. Спасибо вам тоже большое. Это было очень приятное сотрудничество. Я на удивление была поражена, что практически за 2-3 месяца вы уже владелец квартиры. Все прошло очень замечательно и гладко.
Я надеюсь, что вы и ваша семья будут наслаждаться Центральной Европой. Приезжайте с Финляндии к нам почаще, потому что здесь в действительности очень интересно и доступно. Да-да-да. Спасибо большое за внимание. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте, я с радостью на них отвечу. Отслеживайте новости на нашем канале Budapest Real Estate Club. Также посмотрите обязательно наш веб-сайт www.budapest-realestate.com.